rentrer chez nous. Je veux dire sur Terre, chez... Работал над припевом для новой песни. Jamais, jamais lâcher, il faut tenir le coup, affronter les problèmes, bien en face. Jamais, jamais lâcher, et ne jamais quitter l'aventure. Минутку. Алло? Алло? Привет, это Натаниэль. Талия и Ариана оставили какие-то вещи в смузи-баре. Правда? А я закрываюсь на ночь. Пусть поспешат забрать свои вещи. Спасибо большое, я передам им. Это очень странно. Натаниэль сказал, что вы оставили кое-что в смузи-баре. Не думаю. Но он сказал, там ваши вещи. Надо немедленно идти. Окей, пойдешь с нами? С радостью, но мне нужно дописать слова. Амару пойдет с вами. Без проблем, мы передадим Натаниэлю привет от тебя. Натаниэль? Простите, девочки, но вы опоздали. Я закрываюсь. Мы пришли за вещами. За какими вещами? Натаниэль позвонил и сказал, что мы оставили. Правда? Но его уже давно нет. И я ничего не видел. Oui, allô? Алло? Элис, быстрее! Нужна твоя помощь! У нас проблемы! Злой и симпатичный Мефисто! И его супернадоедливая сестра атакует! Симпатичный? Суперсимпатичный Мефисто? Ариана, неужели ты могла такое сказать? Как-то странно. Элис, куда ты спешишь? Все в порядке, тетя Элин. Мне просто нужен свежий воздух. Ариана! Ариана! Талия! Лефи! Девочки, вы здесь? Прямо позади! Это я, принцесса Вальта, Ариана! И я, великая Талия из Ксириса. Чего? Заклинание изменения голоса работает отлично! Хорошая попытка, но у меня тоже есть свои трюки. Промазала, тебе не тягаться с нами. Не думайте, что вы сможете меня победить! Виктуар!
наконец-то мы победили. Отправим ее к Громару. И не смейте ее трогать. Кто ты? Раз вы хотите знать, то вот моя визитка. Кристалл фортиссимист! Я никогда не видел подобной магии. Нужно рассказать Громоришке. Кто вы? Тихо, я отнесу тебя в безопасное место. Неужели это был сон? Подождите-ка, если бы это был сон, то как я получила ранение? Девочки, что-то странное со мной произошло этой ночью. А мы пришли в смузи-бар, а Натаниэля там даже не было. И мистер Аллен говорит, что даже не знает, о чем мы говорим. Странно, но у меня еще хуже. Меня вчера близнецы атаковали. Сначала я подумала, что это был сон, но посмотрите. Близнецы почти схватили меня, но потом появилась таинственная незнакомка и спасла меня. Это невозможно. Мы единственные, кто прибыл с Фиди на землю. Как она выглядела? Что сказала? Не могу вспомнить. Мы можем тебе помочь, правда, Талия? Кристалл Веритус. Это она! Простите, но у нее на лице маска, и трудно понять, кто это был. Она не выглядит тебе знакомой. Может, пойдем на улицу в то самое место? Да, может, это освежит твой парень. Вы сражались определенно здесь. Тебе знакомо это место? Дайте подумать. Да, ты права, я была прямо здесь. Мефисто и Проксина появились сзади. Она была на крыше, вон там. И спрыгнула прямо сюда. А это что? Какое-то порванное ожерелье. Наверное, она его уронила. Кристальная локация! Что-то не так. Эта незнакомка не хочет, чтобы мы ее нашли. У нее слишком мощная магия. Она наложила блокирующее заклинание. Ты в порядке, Ирис? Голова кружится. Ты слишком устала от той борьбы с близнецами. Возьми пока это ожерелье себе. Потом проведем несколько экспериментов в библиотеке. Оно мне что-то напоминает. Комната тети Элен? Как странно.
Тетя Элен, ты здесь? Ирис, что ты делаешь в моей комнате? Ты что-то ищешь? Ирис, это ты? О чем ты говоришь, дорогая? Ты та самая незнакомка, эфедианка. Это была ты? Ты была там прошлой ночью и спасла меня от близнецов. На серии. Не понимаю, о чем ты говоришь. Ты лгунья! Почему ты не признаешься? Что это за маска? Ты спасла меня прошлой ночью! Ты была в этой маске! Я права? Да, Ирис, это была я. Да, я тоже с Эфиди. Но почему ты скрывала это? Это сложная история. Мое настоящее имя Элира. И я твой телохранитель. Твои родители послали меня вместе с тобой, чтобы укрыть тебя от Гамора. Но почему ты никогда мне об этом не говорила? Нельзя. Но, похоже, пришло время узнать правду. Тише, не плачь, дочка. Со мной ты в безопасности. Ваше Величество, Грамор и его орда у ворот. Я боялся, что этот день наступит. Я помогу вам. Элира, стой. У тебя более важная миссия. Защити принцессу. Если мы проиграем, то ты спасешь ее. Есть маленькая планета, которая называется Земля. Укрой ее там, спрячь от Грамора подальше. Как прикажете, госпожа, я буду ее телохранителем. Ирис, дорогая. Мое сердце разбито от того, что я не увижу, как ты будешь расти. Но ты должна жить в безопасности. Грамор будет искать ее. Найди дом, который он никогда не найдет, и расти как свою дочь. Будь ей матерью вместо меня. Обещаю. Идите же. Так много раз я хотела рассказать тебе об этом. Но я дала обещание твоей матери. Мне тяжело в это поверить. Я много раз хотела помочь тебе в битве с Грамором, но не могла. Я чувствовала себя такой бесполезной. Прости, но мне нужно побыть одной. Мы везде смотрели, но ничего не нашли. Это потому, что вы недостаточно хорошо смотрели. Опять достала Мефисто? Да, это я, и меня для тебя сюрпризец. Какой? А вот такой. У меня сюрприз, вот он. А ты куда? Две принцессы и зверёныш под колпачком. Грамора это понравится. C'est ouvert.
открыто. Как ты себя чувствуешь? Я принесла тебе горячий шоколад. Я не хочу шоколад. А, дорогая Ирис, прошу тебя, выпей. Merci. Спасибо. Je voulais juste te dire... Toi d'abord. Прости. Сначала ты скажи, Ирис. Не думай, что я тебя обманывала все эти годы. Но другого выхода не было. Я знаю, и я больше не злюсь на тебя. Какой вкусный шоколад. Так, как ты любишь, с зефиром. Ты слишком хорошо меня знаешь. Я тебе всегда хотела об этом рассказать, Ирис. Но я поклялась твоей матери. Обещание есть обещание. Понимаю. Теперь я тоже даю обещание. Обещаю уважать твою клятву. Теперь я не могу ничего от тебя скрывать. Похоже, кто-то в беде. О, нет, это Талия и Ариана. Я оставила их. Ты слишком слаба, чтобы идти на помощь. Но теперь ты не одна. Часть моей клятвы хранит твой секрет. И я буду тебе помогать. У меня есть маска, и никто меня не узнает. Выпустите нас. Или что? Нужен план. У меня есть. Готова? Всегда. Как это поднимает мое настроение. А где же ваша третья подружка? Эй, не смей использовать мой голос! Этот трюк больше не сработает. А как насчет этого трюка? Вы плохо постарались? А ну хватай ее! Это вы, та самая незнакомка, которая спасла Ирис. Приготовьтесь. Кристалл Потентарум! Ух ты, круто! А то там было так душно! Снова та самая стерва! Какая разница, они сбежали! Удача снова на нашей стороне, Талия, принцесса Ксериса! Ариана, принцесса Вольты! Эфидия! Кристалл Экстра! Было близко. Знаю, теперь они не знают, где мы. Уничтожим их одним ударом со спины. Наступило время для суперзаклинания. Кристалл Коллидиум! Кристалл Коллидиум! Какая сила! Еще несколько секунд, и вас больше не будет! Вы ошибаетесь, это вас больше не будет! Vite, lance le sort avant que... Il est déjà trop tard! Кристалл Магна Сирикус! Мы чуть не проиграли. Но нас спасла эта незнакомка. Куда она ушла? А, вы voilà, les filles. А вот вы где? Не желаете горячего шоколада, девочки?
Да! Хотела бы я знать, кто та была таинственная эфидианка. Она наша подруга. Это ясно. Интересно, увидим ли мы ее снова? Думаешь, что да? Я рада, что тетя Лин рассказала мне правду о том, как я попала на Землю. Это сблизило нас больше, чем когда-либо. Думаю, нужно поблагодарить за эту маму. Она выбрала хорошую защитницу для меня.